Ну, во-первых, хочу поздравить команду Енисей с победой. Если брать содержание игры, понятно, что Енисей более квалифицированная команда, укомплектована хорошими футболистами, с поставленной игрой. Чувствуется стиль и рука тренерская Дмитрия Анатольевича, чем я его отдельно поздравляю. Динамичная, хорошая игра, которая держала в напряжении практически до конца игры. И уже последние минуты вратарь наш пошел, все, уповая на удачу при стандартном положении с углового. Все. Ну и естественно, что Енисей владел территорией, владел контроль мяча, но в принципе мы и предполагали, что так будет, потому что, ну, объективно нужно сказать, более классные исполнители. Мы пытались строго сыграть в обороне, и, к великому сожалению, одна такая ошибка, которая привела к взятию ворот. Перед этим вы видели, да, что перед этим мы не использовали явный момент при счете 0-0. В штангу там хорошо разыграли, выход в штангу, и Ваня Лукьянов в пустые ворота не сориентировался, не мог замкнуть эту передачу. Так, хорошая динамичная игра, все, я доволен ребятами, их отношением, все, и, да, у нас есть проблемы и с составом, двух защитников сегодня крайних не было, один по травме Молодцов, второй Семенов по дисквалификации, ребята, которые пришли у нас на флажке уже в заявочную кампанию, 4 человека за несколько дней там до закрытия трансферного окна. Пока они тут, еще есть вопросы взаимопонимания в командные действия. Все. А так я ребятам благодарен, и все-таки надо не забывать, что мы играли с лидером, явным лидером, практически команда, которая уже с моей точки зрения, что команда, это уже команда премьер-лиги. Все.